Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Продолжаем вязальный марафон «Цыпочка». Сегодня у нас с вами вторая часть, и мы должны провязать несколько маленьких деталей. Насколько маленьких и какое количество, вы сейчас видите на экране. Полосочка 6 сантиметров, 3 штуки. По моему расчету это 35 петель. У вас своя петельная проба. Если вы помните, на прошлом занятии мы с вами собственную петельную пробу выполнили. И умножая 6 сантиметров на 2,86, я получаю... Так, 6 умножить на 2,86, я получаю 17 петель. Но мне эти 17 петель надо умножить на 2. 34,3 округлила до 35. То есть количество... сантиметров умножить на 2, умножить на 2, умножить на 2 и умножить на 2. То есть я получаю 17 петель, умножаю их на 2, получаю 35. То же самое 10 сантиметров, полосочка 10 сантиметров, умножаю на 2,86, получается 28 петель. 28 умножить на 2, 56, ну 28 и 6, вот 28. 6 умножить на 2, получается 57,2, 58 округляем. Таким образом, я получаю вот эти вот полосочки. 6 сантиметров полосочка, 35 петель, 3 штуки. 10 сантиметров, 58 петель, 2 штуки. Не забудьте, не прямая полосочка, а умножить на 2, это важно. 4 сантиметра, 22 петли, 36 сантиметров, это 200 петель вся машина. Не забудьте умножить на 2. Вот сейчас прямо карандаш умножить на 2, умножить на 2 и умножить на 2. Это очень важно. Количество петель должно быть в 2 раза больше. Количество рядов. Количество рядов должно быть небольшим. Полоска, ну, меньше 2 сантиметров однозначно должна быть. Сантиметр полтора. Поэтому у меня это получается 6 рядов. Для вязания мне понадобится желтая пряжа. И помните, в самом начале он говорил, что нужна будет дополнительная беленькая. Вот для этих полосочек нам дополнительная беленькая понадобится. Вяжем 3 ряда желтый и 3 ряда белый. Как вязать, сейчас покажу. Провяжу вместе с вами полоску, и вы посмотрите, в каком виде эта полоса должна быть представлена в итоге. Итак, полосочка 4 сантиметра, 22 петли. Покажу на самой маленькой. 22 петли. Что мы делаем? Начинаем с желтой пряжи. Берем желтенькую нить. Тут такой нюанс. У меня машинка Silverite 840, у нее есть круглые щетки. Поэтому эта машина позволяет мне вязать без брусовой нити. Если у вас машина другая, у нее нет круглых щеток, и полотно машина сама не держит, то есть не ручная прокладка, берите, начинайте с брусовой нити. Традиционное начало вязания я могу позволить себе вязать на своей машинке без брусовой нити. Так, я делаю обычный обвив. На всех иглах, то есть я обвиваю каждую иглу и провязываю 3 ряда на рабочей плотности. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Желтая нить для данной полосочки мне больше не понадобится. Отставляю ее в сторону. Беру белую. Заправляю в нити водитель, либо методом прокладки провязываю 3 ряда, как я вам сказала. На той же плотности ничего не меняем. 1, 2, 3. Белая нить мне для этой полосочки тоже больше не понадобится. Беру любую катушечную нить, которая не рвется у меня в руках. Видите, рвется мне, моя рука рвется, нить не рвется. Обычный лавсан, самая простая нить для шитья, самая дешевая, продается во всех галантерейках. И провязываю один ряд любой цвет. Самое главное, чтобы он был контрастный, чтобы клуб было видно.
один ряд. Это разделительная полоса, которая мне разделяет основное вязание и бросовое. Один ряд. Ну и опять же контрастный цвет, бросовая нить, абсолютно любая, все равно какая. Два-три ряда, чтобы разделить, чтобы поддержать вязание. Раз, два, три. Все. И теперь эти петли надо закрыть, потому что пользоваться мы этими полосочками будем не скоро. Пока они у нас будут лежать, они могут взять и распуститься. Поэтому я сейчас их не закрываю, а просто продеваю через петли рабочую уже нить, которая у меня является бросовая. Убираю все подтяжки. И через каждую петлю коромыслом продеваю рабочую нить. Можно закрывать, как вам удобно, как вам нравится, как вам привычно. Самое главное, не бросайте петли, потому что пока они будут лежать в таком виде, они действительно могут потеряться. Полосочки маленькие, вы их будете перекладывать с места на место, либо хранить где-то, распустится, придется переделывать. И зачем им лишняя работа? Любая работа хороша, когда она выполняется сразу. Все, вот наша полоска. Открытые петли нам нужны, они отлично сохраняются через катушку. Вот они. Отличные петли. Верх желтенький, вернее получается, что нижняя часть желтенькая, верхняя беленькая. Открытые петли, бросовая нить закрыта. Все, таким образом вы провязываете все полоски, которые у нас намечены на эту часть. Их надо подпарить, потому что в таком виде, конечно, пускать их в обработку не получится. Они вот представляют из себя ролики. Немножко подпарить и пойдем смотреть, что в итоге получается. Проверяем связанное. 6 сантиметров, 35 петель, 3 штуки. Раз, два, три. 10 сантиметров, 58 петель, 2 штуки. Раз, 2, 4 сантиметра, 22 петли, 2 штуки, вот они, так у меня 3 получилось, 2, и так, 36 на 200 петель, 1 длинная получилось, ну, 3 и 3, значит, я случайно провязала лишнюю. Провязала, потом еще вам показала, у меня получилось больше. Ну, больше не меньше, пускай остается как запасная. Итак, вот эти ролики, вот этот список. Присылайте в таком виде выполненные полосочки. И домашнее задание второй части марафона «Цыпочка» считается выполненным.